Ремень ЛПП в мешке у нас находится 10 единиц категории сток. Первым у нас идет ремень марки Резерт, размер указан ЛК. Ремень из полиуретана, кстати, все ремни новые с этикетками. Так, ну вот здесь вот они различаются единственное, конечно, толщиной, длиной и, соответственно, как они закрепляются. Вот здесь вот, например, обычный ремень, то есть есть отверстие, чтобы туда вставлять замочек. Так, еще один ремешок, тоже марки Резерт, размер указан ЛК. Следующий ремень, вот такой вот светлый, размер указан XL, опять же обычный. Если нам попадется вот затягивающийся ремень, то я вот как раз продемонстрирую. Еще один ремень марки Reserved, тоже опять же размер MK, вот такой вот ремешок. Следующий ремень также, да, Reserved, размер указан LK. Достаточно такой широкий ремень. Еще один ремень. Размер указан МК. Тоже марка Reserved. Следующий ремень. Женский небольшой. Размер указан XL. Здесь вот, опять же, вот такого вот вида. Размер XL. Марка Reserved, опять же. Тоже еще один. Давайте посмотрим ради интереса. Состав, да, полиуретан в основном идет. И последний ремень, вот как раз таки затягивающийся, вот такой вот яркий, тоже марка Reserved. Здесь размер у нас не указывается, наверное, по той причине, потому что можно подрегулировать такой ремень под себя. Как-то так он должен здесь открываться. Да, вот открывается, вставляется, но это все уже и так понятно. На этом все.